Приветствую вас. Сразу оговорюсь, что в принципе и в целом я вас поддерживаю. То есть я не считаю, что вы поступили неправильно, я не считаю, что вы как-то поступили неверно для себя. А напротив, я думаю, что ну, вы уже достаточно много времени встречаетесь, да, как вы говорите, уже прошел пятый год, то есть времени более чем достаточно для того, чтобы ну, понять, да, твой это человек, например, или нет. Но ваш мужчина все равно тянет, все равно он нерешителен. И здесь проблема может быть только в том, что, по сути, ему все нравится. То есть его устраивает та ситуация, в которой он сейчас оказался. Его устраивает то, как он живет, его устраивает, как у него все происходит, ему нравится, как у вас отношения, ну и так далее. То есть, что по сути дела мы сейчас имеем? Мы имеем мужчину, который не желает что-либо менять, потому что ему нравится текущее положение вещей. У него есть вы, у него есть отношения, у него есть, наверное, регулярный секс, у него есть все, что нужно для жизни. И при этом он ничего не должен ни вам, ни кому бы то ни было еще. И подобная позиция говорит о человеке не очень-то позитивно, потому что его нерешительность, его нежелание брать на себя окончательную ответственность за вас и за ваш ну, брак, может быть, скажем да, так, на вас союз, лучше сказать, это не красит его. Это говорит о нем, как о человеке, который в большей степени, наверное, все-таки думает о себе. И в этом контексте, с этой точки зрения и с этой стороны, по крайней мере, вот исходя из того, что вы написали, однозначно можно сказать, что вы здесь поступили верно и правильно. Но есть и другая сторона. Эта другая сторона, она касается в большей степени, наверное, вас. И связана вот с чем. Вы сказали о том, в своем письме, что вот другие люди, другие ваши там друзья и все, переженились, уже у них второй ребенок, как вы сказали, да, и так далее. Вопрос заключается в том, почему вы оглядываетесь на других людей вообще? А почему вы сравниваете себя с ними? Почему вы хотите быть такими же, как они? Зачем вам это? И что вам это, по вашему мнению, даст? Не являетесь ли вы, не движетесь ли вы по пути, ну, как бы, преследования, да, определенного социального статуса? То есть определенный социальный статус – это когда человек пытается равняться на других людей. Здесь нужно оговориться и сказать, что если вам ну, представляется или видится, что у других людей все хорошо, то это не всегда так. Вот не знаю, к сожалению или к счастью, но это совершенно определенно не всегда так. Почему? Потому что вы всегда видите только лишь внешнюю сторону жизни людей. Вы почти никогда не видите как бы всю подноготную, а люди пытаются показать именно то, что у них все хорошо,
люди пытаются показать именно то, что у них все идеально, чтобы быть, ну, на коне, чтобы ничем не отличаться от других, чтобы казаться лучше, чем они есть. Таким образом, несложно догадаться, что вы равняетесь не на реальных людей, а на, по сути, иллюзию, которую вам показывают эти самые другие люди. И когда и если у вас будет то же, что и есть у них, то если вы пытаетесь таким образом не быть хуже, если вы воспринимаете брак как средство для того, чтобы иметь, ну, условно говоря, равное положение по отношению к людям, если вы используете брак для этого, то вы своей цели не добьетесь. Потому что брак – это естественная форма развития человеческих отношений. И если кто-то не хочет развивать эту форму, в данном случае ваш молодой человек как раз таки отказывается заключать с вами брак, значит, он еще не готов, то вы, при условии, что любите его, при условии, что желаете ему счастья, принимаете его выбор. Но если нет, то это ваше право, но тогда возникает вопрос, почему, на каком основании вы этого не делаете. Если просто из-за того, что он не дает вам так необходимый вам брак, то, простите, а для чего вам брак? Быть может, после брака будет что-то еще. Например, вы захотите там, я не знаю, как-то еще, например, вы захотите ребенка после брака. А после того, как у вас будет ребенок, вы захотите, например, еще одного ребенка. При этом у мужчины, у вашего мужчины, может быть совершенно другие представления о том, какой должна быть семья. Но из-за того, что вы хотите брак, из-за того, что вы равняетесь на других людей, его взгляды, его позиции, его мнение как бы игнорируются. И возникает вопрос, а почему вы тогда так сильно стремитесь равняться на других людей? Что вас заставляет? Быть может, неуверенность в себе? Быть может, какие-то цели? Какие-то личные потребности и желания, которые вы стремитесь удовлетворить через подобные действия? И понимаете, в таком случае вам нужно понять одну вещь, что ваши желания, они нормальны, а ваши желания, они естественны. Но какие желания естественны? Ваши желания, например, получать удовлетворение, да, от каких-то вещей, там, ваше желание реализовываться, например, или что-то еще в этом духе. Но, во-первых, ни брак, ни дети не могут выступать средством для реализации этих желаний, потому что это все результат естественного развития отношений человека и результат двухстороннего желания. То есть оба человека хотят брак, оба человека хотят детей и так далее. И ни в коем случае не одностороннее навязывание кому-то своих взглядов. Во-вторых, правильное удовлетворение ваших желаний, то есть ни брак, ни дети не дадут вам удовлетворения,
если вы будете рассматривать их, то есть брак и детей, как единственное средство для реализации того, чего вы хотите. После этого всегда будет что-то еще и еще и еще. Потому что вы будете использовать внутренние средства для достижения равенства с другими людьми. Правда заключается в том, что это равенство либо есть у вас внутри сознания, то есть вы понимаете, что у всех людей, у каждого свой путь, у каждого свое, свои как бы индивидуальные особенности, и каждый действует так, как ему кажется верным. Вам совершенно не нужно равняться на других людей, чтобы быть такими, как они, напротив. Никто не может быть таким же, как другой, потому что каждый индивидуален. Но общество стремится к тому, чтобы всех людей уравнять. Значит, какие-то сомнения в себе у вас, скорее всего, заставляют вас к этому стремиться, к тому, чтобы быть такой же, как все, и обладать теми ценностями, которые, по вашему мнению, являются, ну, важными в обществе. Если это так, то первоначальные сомнения, которые у вас есть, первоначальные сомнения, нужно купировать. Первоначальные желания нужно удовлетворять, но не через брак, не через человека и не через, тем более, детей. Самостоятельно. Самостоятельно и независимо от кого бы то ни было. И только будучи такой независимой, будучи полноценной, будучи самодостаточной, а простите, у меня есть сейчас сомнение в том, что вы самодостаточны. Так вот, будучи самодостаточной только лишь, только в этом случае можно строить равноправные отношения. Только в этом случае можно ожидать, что ваши отношения будут искренни, там, и так далее. И человека вам нужно принимать таким, какой он есть. И не требовать от него того, чего дать он вам не может. А в данном случае мужчина не может вам дать того, чего вы хотели бы от него получить. То есть я имею в виду здесь, конечно же, брак. И вот, пожалуй, так можно ответить вам на вопрос. То есть ситуация такова, что если речь идет исключительно о том, что у вас, ну как бы, есть представление о дальнейшем развитии отношений ваших мужчин, и это представление кардинально расходится с представлением мужчин, то вы смотрите здесь по тому, как он к вам относится и что он делает. Если в целом у вас все хорошо, и в целом у вас все здорово, то нужно подумать, а так ли нужен вам брак? Для чего он вам? Кардинально ведь ничего не изменится от того, если вы будете в браке. И это понимает мужчина, и это понимаете вы, наверное, в глубине души. Если вы любите друг друга, то не важно, какая форма у этих отношений. Важно, чтобы вы просто были вместе. И все. А если же у вас есть какие-то свои взгляды на брак, или если вы думаете о себе больше, или что-то еще, то определиться нужно, для чего вам брак, что он вам, по вашему мнению, дает, не является ли это ложной установкой для вас, потому что если является, то она только навредит вам. И дальше, уже исходя из этого, двигаться.
Что значит ложная установка, говоря обратно? Что значит ложная установка? Ну, вообще говоря, под ложной установкой здесь я предлагаю вам понимать неправильное значение брака. Неправильное придание значения брака. Если вы считаете, и такое ваше, ну, скажем так, личностное убеждение, да, что после 5 лет совместного проживания или просто после 5 лет периода встреч, пора уже заводить семью, пора уже скреплять отношения браком, то это ваше личное убеждение. И в нем вам отказать не вправе никто. Но если вы через брак пытаетесь реализовать какие-то свои желания, чтобы чувствовать себя уверенной, понимаете, если есть личная заинтересованность в браке, то вот эту личную заинтересованность необходимо выделить. Необходимо отделить, отграничить от общего тела отношений с мужчиной и подумать, как можно было бы реализовать именно их, именно эти ваши желания, чтобы они не влияли на отношения с мужчиной, чтобы мужчина не чувствовал себя средством, а именно это он сейчас, скорее всего, и ощущает, что он средство для достижения вами своих целей. Это неприятно никому, в том числе и мужчине вашему тоже. Вот так можно ответить на ваш вопрос, так можно определить вашу ситуацию, и, соответственно, если имеются у вас некоторые проблемы с, например, с самооценкой, например, с уверенностью в себе, например, с чем-то еще вот такого плана, то убедительная просьба к вам, ну даже не просьба, это не совсем правильно было бы, рекомендация вам работать с психологом в этом направлении, хотя бы пару консультаций провести, дабы ну, убрать в себе вот это вот все лишнее, условно говоря. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.